понатыкаем там вот. Тут плохо, у них два танка может быть. Я пилотом. А, давай, давай, давай. Только лети быстрее, бросай на виллу. Попробуй на 55-й прыгнуть, ну поближе. Тут долго ехать под горку, у нас шанс есть добраться быстро. Бардем лежит. Я прыгнул. Чё, кто-то... Ты на флаг бросаешь, чтоб не взял, Джесс. Да вот да то, что надо было второй. Сразу бросать-то. На второй. Ну, бросай. А он вроде сын. Ну, вот он здесь. На меня выделили целый вертолет, поэтому Санборна в пустыню БРДМ пошла. Борн, я вот третий здесь танчик. Едет к дороге. Он сейчас на дорогу выйдет и позицию займет. Видишь, я вот третий. А нет, он на меня пошел. Меня раздавил. Сенборн, ты там БРДМ-ку посматриваешь, есть возможность. Короче, он где-то позицию занимает в том районе. Да. Там, где я говорил. Он по чуть-чуть поднимает, а позицию уже забирает. Вот это здорово. Я возле тебя проезжаю. Разбойник справа от меня, я высадился. 55-я высотка, Санборн, смотри аккуратно. Спускается, в общем, с горы. Какая-то техника. Разбойника не увидел. Правее идет он там.
Спасибо. Ой, красота! Барсик второго, я барсика, о! И это шестой? Наверное, да. Да. По медпалатке удар. По второй. Возле шилки. За домом, по дому. Санбор, дальний дом. Вот туда. У него Т-80 активный. На флаге. Ну флаг обнулил. Прыгай, если успеешь. Не успеешь. А, мы Петрович потеряли. Пока нет. На флаге. Наш флаг! Ну, ну! На флаг. Жду. Да я понял, ничего страшного. Они пока без флагов. Можно подъехать сейчас на мото на чем-нибудь. Не. Нормально. Нет, флаг там быстро берется. Ну вообще, шикарная атака получилась, ребята. И танк, и прикрытие. Вообще супер. Пока они не очухались, можно подъехать. Привет, О, Стефник пошел. Да, можно атаковать. Он Стефник, может идти вперед. Вертолет идет. Блин, напросился на Джеза. Там 38 секунд, в следующий раз возьму. Если там или кто там, смотрите. Надо брать там. От них мото. Мото не вижу. Ну, отъехала. Меня убили просто там как раз. Ребята, Т-80, жестко направление South-East.
Левее, 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 рожки, уже вижу антенну. Поехал позицию менять. Кто летает? Танчик вынесли? Нет, передо мной это 80. Выноси. Он вылез. Он пустой. Поработай в округе, получи, он где-то рядом. А рядом от танка на юго-запад. Забирай, забирай. Забирай танк. Да-да-да-да-да, танк заберу. Я ухожу. Возьми, конечно, пока я тут тоже на танке. Не долби ракетами, я его вынесу. Бери ракеты. Береги. Уходи, уходи. Уйди, уйди, сейчас втроем два танка загоним. Или я мины соберу, а санборн. Давай я проскочу, может все мины соберу тогда. Все. Ну да, ты его хорошенько тогда присадил. Ребят, я тогда поддержу контору, приеду там либо на этом, на М2 приеду, либо на мото примчусь. Но у меня только две ракеты есть. Ну это хорошо, работы немного, значит. Ну чего ты на меня упал-то? Ну чего не в сторону-то? Там будем ждать что-то. Не-не-не, не
надо, окей. Стреляй. Блин, приехать просто не на чем. Ладно, на танке поеду, а что делать? Мото еще есть. Да только что ты же во мне. Санборн, я тогда напрямую на флаг, на М60, пособираю, что смогу, вдруг. Сейбер, поехали, прикроешь его. Не-не-не. Там зато пластидов не должно быть. Там на мото к вам поехал кто-то на помощь. Не я. Шилову сними! Да не-не-не-не, ничего. Да рано или поздно застреляю, дело в том, что... Цибер, их уже по разу перебили, есть возможность туда ворваться. Подкати Брэдлю, хоть флаг залей. Там Брэдли у нас на позиции. Фокса не видно, Фокс может диверсантом полезть. Ну, реально уехать не на чем. Смотри, сейчас не пытают. Второго не видно. Этого да только что видно. Он вынес Санборна. Фокса не видно. Второй то. Ну, Фокса давно не было видно. Фокс может лезть. И у меня еще минус, у меня нет этого эдитора апдейта. Я в домике не могу залезть. Эти вот 4 этажки. Да-да, Кол там, по идее, в засаде возле их респа. Да, идет Саусист. Он где? А 002 пешком на холме, там где этот, короче, 55-я высота, боеприпасы, вот там вот он. Блин, может быть, да. Да нет, Анторику не вижу. И может танчик возьми с респа. Да, 36 секунд до него, сейчас еще раз погибну. Там пехотой был, наверное. Он наверху был. Да, там Аксус на холме был и второй на холме. Здесь холм ночью стоит.
назад, иду спрячусь. А вот и Фокс нашелся. Я уже начал переживать. Чем он, ПЗРК или? Да. Я им техничку там немножко попортил. На этой шилке нету, бэхи нету, танк еще не отреспался. Значит, появился. Вертолет ми. Санбор, на тебя пошел. На тебя пошел Санбор. Бросает. Он на Норд-Истон. Минут. И это по нам? Да, Аксиус Вилли стоит, но он бестолково палит. Я его залочил, но он так, по высоточке. Мото! Где? Yeah. На флаг. Жестко, блин. Так я его с пулемета ранил, а он, гад, выжил. А что он говорит, мото тауэр? На тауэр я проверил. В башнях нету никого. Да нет, Джесс погиб. Все, там постидов моих больше нет. Где? Блин, теперь у них привез.
Так, ух, вынес. На мину наехал или бахнули? Лезем, лезем. По флагу не бей, лево-право бей. Меня вынесло все. Не надо, я... На. А он на мото заехал и диверсантом пошел. Барс бегал, пол карты его видно не было. Разве не второй? Не, ну ты ж БФС-кой ударил вроде по второму. А Барс был? Наверное, он диверсантом полез. Выждал, пока я взорву мины. Посты, то есть. Второй здесь. Я был в районе Брэдли, танк М60 появляется. Меня там поймал. Анжел снял все. Все 30 минут. Да блин, здоровая карта. Ну, в принципе, не то, что здоровая. От них техника пошла. Нормально, ничего.